дорогие друзья, русская гармошка согревала русскую или русскую душу на протяжении всего 20 и 19 века. Гармошки были и на фронте. Смотрим. В музее находится вот эта гармошка, которую принесла нам учительница нашей школы Иванько Оксана Анатольевна. Это гармошка ее дедушки Мацкова Александра Захаровича. Он родился в 1920 году в селе Богословка Омской области. Служил в танковых войсках, был старшим сержантом и механиком-водителем танка Т-34. Всю Великую Отечественную войну он прошагал со своей гармошкой. Он, как и все остальные солдаты на войне, был уверен в победе. На войне были случаи русской психической атаки. Полк поднимался во весь рост. С одного фланга шел гармонист, играя переборы. С другого фланга шел другой гармонист, играя уральскую мамочку, тоже сигнал. А по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками. Теркины гармонисты балагуры были в каждом партизанском отряде. Свою прыть они проявляли в боях и диверсиях. Многие гармонисты были отличными разведчиками. Случайная встреча с гармонию давала бойцам силы и согревала мыслью о доме и любимой. Русская гармонь, верная наша подруга и вечная спутница.